Всем холо, меня зовут Артурио. Тут многие задаются вопросом, кто такой делец Элиссандро, и где вообще его найти, для чего он нужен. Поэтому, наверное, вкратце расскажу в этом видео, где он находится, что нужно делать, чтобы получить той или иной ресурс. Делец Элиссандро находится в Долоране. То есть вот она локация, в принципе, можете видеть на карте, где он находится. Подходите к нему, и что у него можно купить? У него можно купить это в Брутозавра, у него можно купить куча других маунтов. Маунтов и питомцев также, что, на мой взгляд, довольно-таки неплохо. Совсем недавно взяли, добавили чарки для оружия и многого интересного. А также есть эликсир поиска сокровищ. Что это такое? Вы это фармите, и с помощью этого можно фармить голду. У вас падают мешочки с мобов под этим эликсиром, вы открываете эти мешочки, и там может быть тот или иной ресурс. Но вы спросите, ну хорошо, окей, а где фармить вот эти вот кредиты дельца Элиссандро? Для этого вам нужен аддон Атлас. А если что, он будет по ссылке в описании. Нажимаете «Я хочу узнать местоположение» и нажимаете «Окей». То есть отдаете ему 10 золота. У вас тут пишет текст «Хотел бы я иметь вот такие». И открываем Атлас. Тут ищем, выбираем вот эту строчку, ищем по алфавиту, допустим. И вот тут ищем этот текст. «Хотел бы я иметь такие» и нажимаете на вот этот текст. После этого вам показано, что он находится, расположение Борейская тундра, и находится вот здесь. Поэтому садитесь на маунта и летите вон туда. Я, короче, помчал, для вас это будет секунда, я помчал. Вот мы уже и подлетели к этому месту. Как вы помните, в атласе у нас вот здесь все отображается. Заходим вот сюда. И подходим к Лургену. Что у него тут есть на выбор? Тут есть у него это ездовые животные, то есть можно купить за очки доблести, и их довольно-таки много на самом деле. То есть даже некоторых можно взять и выставить на аукцион, но не за очки доблести, а за золото. То есть тут есть за очки доблести и за золото. Допустим, вот этого можно маунта купить и поставить также же на аукцион. Ну, как долго будут покупать, все зависит от вашего везения. Ну, а что касаемо, как получить те самые кредиты дельца Элиссандро, тут у него будут ежедневно 3 квеста. То есть, квесты бывают разные. То есть, вам, допустим, нужно взять и прогнать 8 желтокрылок. А тут, в принципе, можно взять и почитать квест, и вы найдете, где это делается. Берете квесты, делаете, напоминаю, что у вас 3 квеста в день. Один квест дает 2 кредита дельца Элиссандро. Помимо этого, вы можете купить эти самые кредиты дельца Элиссандро за золото. Для этого нажимаете поддержка картеля и нажимаете завершить. Стоит 1000 голды за 2 кредита дельца Элиссандро, в последующем будет стоить 2000 голды. То есть, если сейчас я куплю одну, следующий будет стоить 2000 голды. Ну а на этом все. Получилось вот такое вот коротенькое видео по гайду дельца Элиссандро, где он находится, что у него можно купить и так далее. Так что, ребят, кому понравилось видео, ставь пальчик вверх, нажимай на колокольчик, напиши комментарий. Знал ли ты про этого дельца? На этом все, всем спасибо, всем удачи и покедова.